have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Нас тут сходу предупреждают, что типа warning и всякое такое, но нас же это не остановит. Поехали. Чуть-чуть поднапрягает, что карта у нас находится вот в таком вот положении. Но я думаю, что с этим мы ничего не поделаем. Находимся мы в зоне отчуждения. Как бы знакомо это ни звучало. Да, это мой маршрут. Погодите, я сам буду ехать или меня довезут? Или как это вообще будет происходить? Инструментарий. Ваш инструмент многофункциональный. Спасибо. Внешняя зона. Где я? Okay, newbie. I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Я немножко провтыкал. Так, хорошо. Все необходимые антенны... Так, где у нас С? Да. Найти и просканировать генератор плазмы. Рекомендовано собрать материалы создания и создать запасные детали. Насчет рекомендовано, согласен. Ну, поехали. Мы все равно будем шастать по локациям. Сейчас едем до ближайшей. Все равно там выходим и лутаемся. Звук радиации. Your device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Он отворачивает от меня экран, когда я выхожу. Так. Возьму-ка я с собой ломик. Возьму отвинчивалку. Возьму, может быть, фаер. Посмотрим. Ударный молот. Да. Пойдем посмотрим, что мы можем сделать. В руки. Будем как Гордон Фриман. Световые установки, приборная панель. Кстати, да, она мне посвятилась. Подготовка поездки. Вы не забудьте подготовиться к поездке. Возьмите с собой нужные инструменты, припасы, детали, затем отправитесь в гараж, чтобы... Да, я так и попробовал сделать. Посмотрим. Планируйте поездки по зоне с помощью карты, висящей на стене. Хорошо, я вас понял. Ломик уже не зря взял. Да, можно брать правой кнопкой. Хорошо, спасибо тебе огромное. Оно берется, правда, в руку сразу, но... Ящик с инструментами не работает. Детали я буду собирать, но его нафиг. Этого электроника. Блин, сколько всего читать. Жаль, наверное, что оно все не собирается само. Я возьму химикаты, спасибо. Ткань стакается. У меня скоро эта штука, кстати, сломается, да?
ящик с инструментами. Забираем, забираем. Какой пальчик отрезаем. Я смогу, надеюсь, это все в багажник сгрузить. Я не знаю, зря, не зря я это все ломаю. Но лутация это святое. К тому же у нас там, говорится, собрать материалы и создать запасные детали. Я как раз этим и занимаюсь. Мне это все не... не повредит. Мне бы фонарик вообще по-хорошему. Нужно посмотреть. Да, у него хпшки нет. У шкафа тоже нет хпшки. Все, у чего нет хпшки. Ох, ты ж ё. Здрасте. Fire. Ну, налутаюсь я здесь знатно. Лабораторный компьютер, ну-ка. Рекомендуемый утилизатор. А что если у меня сдохнет утилизатор? Ну, типа, он уже практически на грани. Я могу... А я могу сделать еще один утилизатор. Так, тут мы все обманали, обшманали. Сейчас, ребят, подождите, я уже этот угрохаю до конца. Вон, я вижу даже обо что его можно угрохать. Его стоит... Его стоит починить. Извините. Его стоит починить или его стоит угрохать уже до конца? Подождите. Я могу сделать новый утилизатор. В принципе, он немного берет. Аптечка. Кустарная панель, кустарный бампер. Я сейчас машину одену еще полностью. Так. Нормально так. Сколько у меня еще панелей не хватает? Еще одной не хватает, да? Ну, да, тут уже все. Давайте эту штуку доломаю. А, теперь мне не хватает на утилизатор. Теперь мне не хватает... Как это было тупо с моей стороны, да? Не хватает пластмассы. Поехали еще облутаем. Надо же было создать сначала второй утилизатор, потом всю эту фигню делать. Сейчас. Тут все, что хочешь, но пластмасса не будет. Пластмасса... Хотя... Ты кто у нас? Изолента. Пластмасса у нас 3. Так. Мне нужно больше пластмассы. 4.
Мне 6 надо было. Сейчас, я ее где-то надыбаю. Создам эту отпиливалку. И все здесь уничтожу. Подождите. Так просто это не закончится. Мусор. О, еще одну пласт... Нет, это не пластмассовое, это было стекло. Я без понятия, как я копаюсь в ящиках. Вот тут я не достаю, допустим. А как туда войти? Я понимаю, что радиохазард и всякое такое, вы его обнесли сплошным заборчиком. Тут же должна быть какая-то... Подождите. Собственно. Этот заборчик легко ломается. Still looking for those plasma generators? Look for glowing containment units scattered about in the woods or at the base of the Spark Tower anomalies. Спасибо, конечно, за добрые подсказки. Я завел сам себя в тупик, так что да. Мне бы сначала из него выбраться. Было максимально глупо, да? Да, согласен. Утилизатор. Двух пластмассы не хватает. Супер. Я так понимаю, что, возможно, нам придется сюда вернуться из-за того, что я дурак. Ну, ничего не поделаешь. It's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. Да. Монтировка слишком быстро ломается. Если для молота не нужно... Не нужно две шестерни. Materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, homes, outposts, facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Just loot away. Давайте съездим в следующий point. Далековато. Look at you! Out in the zone all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd Я не думаю, что мне стоит попадаться этой штуке. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Тут генераторы. Мне придется за всем этим вернуться. Я не хочу. Раз эта штука ездит здесь и сканирует, ну, это не просто так.
Хорошего, наверное, стоило бы сохраниться. Не делать глупости. Ну, кто я такой, чтобы не делать глупости, правильно? Ну, тут есть и домики, и шмомики, и всякое такое. Отлично, паркуемся. Поехали за пластиком быстро. О, топор. Не говорите мне, что не могу взять. Какого фига? Чё, блин? Чё это за звук? Что это? О, блин! Driver, I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. Uh-huh. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. Uh-huh. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Так. Все вмещается, все. Только. Дай сюда. Как бы перенести. Консервы тоже. Все сюда. Все, что сейчас не используем, все сюда. Ломик мне, кстати, скоро понадобится. Это офигенно, конечно, то, что это происходит. Так, чтобы создавать каждый раз вот эту фигню, у меня не хватит ресов. Ну, то есть, хватит, конечно, но... Нужно всегда иметь в виду... Монтировки на один укус. Ее можно, конечно, бить, но... О, подожди. В смысле, в пистолете ничего нет?
ну, деталей много не бывает. Тут она не так много использует, так что так, ящик мы не сможем. Радио сможем. Я думаю, электронике нужно уделить немножечко. Почему ты каждый раз с таким страшным звуком делаешь? Ну его нафиг. Хорошо, 5 бочек вот этих надо мне, да, собрать? Я понял тебя. У него 2 уровня прочности есть, по сути. Аномалии меня пока что не особо пугают. Я не хочу... А, серьезно, там в багажнике можно было покопаться. Его можно было взломать, и его можно было просто выбить вот таким вот. Тут еще колеса можно пораспиливать. Листали. Вот я вот этого не хочу. Если они меня будут искать, вот этого я не хочу. Они что-то паникуют меня, стой. Там на обратном пути была куча вот этих вещей, которые можно молотом поразбивать. Собрать материал, создать запасные детали. Запасные или основные запасные? Надо сначала тебя выключать, да? Хорошо. Я тебя понял. Она меня бьет немножечко. Ну, меня. Мою тачку. Подожди. Лист. А, лист стали прямо огромный-огромный. Все, я тебя понял. Я на 7%. Она ударила меня, она ударила мою машину. Стой, а что это за домик такой? Это... Сигналить это была не лучшая идея. Вот эту штуку я же полностью провтыкал. Дверь. Заперто починить. Ударный молот. Отлично. Оказывается, когда заперто, можно просто зафигачить хорошенько. Хм. Неплохое место для лутания. Опять же, пластик. Я знаю, что я сейчас пластик больше выделяю, именно потому, что у меня с ним уже один раз были проблемы. На самом деле нужно абсолютно все, что я подбираю, поэтому не обращай внимания на мое бормотание сейчас. Почему там красный?
Я не знаю, фишка в том, что если глушить машину, теоретически она же должна есть меньше бенза, но... Практически я не знаю, как это сказывается и работает ли это. Я, по идее, его обогнал, оно не должно было меня заметить. Едем на самую первую локу. Нет, давайте я здесь все соберу. Чтобы эти башни больше мне не угрожали. Ай, больно. Ладно, на то у нас и аптечка, правильно? Well, looks like you're near one of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Она мне успела покоцать. Так, где мы, мистер взломщик? В багажниках обычно бывает вещь. Топливо, надо не забывать топливо сливать, кстати. Раз уж на то пошло. Чего? Что это за фигня? Так, домой. Нет, иди сюда. Канистра. А с генера что, не могу? Или это не генч? Не генч, это ж на... Да, она питалась вот этим ядром. Нужно стачек... Манеры. My. Where are our manners? Driver, we never introduced ourselves. Not really. Tobias Barlow, former Arda maintenance manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist researching limb technology right here in the zone. We live right in the mid zone. Just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident party pooper. Так, лечиться, наверное, пока что не буду. Я еще, наверное, смотаюсь. Найти радиостанцию, собрать необходимые для антенны. Мне из-за одной своей глупости пришлось сейчас, приходится сейчас туда-сюда маневрировать, разъезжать. Заодно мы узнали, что будет, если это случится. Оно пытается меня... машины делаю. Я так уж и быть, скажу вам честно, не особо большой фанат езды на тачке от первого лица. Так что мне вот так вот водить не очень удобно.
Разбомбил я ее, конечно, неплохо, скорее всего, пока мы катались по всей этой фигне. Так, молот. Ну хорошо. Так, в прошлый раз мы сюда входили, не входили. Я смогу вышибить? Странно. Электронику лучше позабирать. То есть я в этот дом, в принципе, никак не попаду. Так я понимаю, не активен. Ладно. Так, по карте, по собственно, я не могу сейчас ориентироваться, поскольку карты-то у меня с собой нету. А, багажник давайте спилим. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда. Здесь-то получается так, что надо сделать. Файеров понасобирал, просто самую кучу уже. Хорошо. Пластмасса. И чтобы быть дотошным, конечно, было бы классно собирать абсолютно все. Но мне кажется, ни у вас, ни у меня не хватит терпения собирать абсолютно все. Они стакаются по 20. Стакаются по 20. И чего-то у меня уже достаточно много. У меня крайне мало пластика, прикиньте. Я все равно его выделяю, и у меня все равно его крайне мало. А, так, нет, сюда. Их нужно будет как-то сортировать, что ли? Запаска состояния 125. Так, чего у меня не хватает? Кустарная дверь. Кустарная крышка бензобака. Одна панель у меня уже есть. Мне не хватает задней панели, да? А, подожди. Но панель требует... Чего она требует? А, нет, подожди. Мне говорится, что у меня пластмассы 28. Значит, я где-то что-то провтыкал. Значит, у меня где-то стак на 20 есть. Могу я как-то... Кустарная фара, карбюраторный двигатель, бампер, зарядка. Ремонт. Не хватает листов. А, листы стали и газовые баллоны. Фига себе. Мне же не хватает одной фары. Прикольно. Она реально прикольно выглядит. Ну, вроде я сделал, что мог. Кроме крышки багажника, которой у меня просто нету в крафте пока что. Так, что вы от меня теперь хотите?
собрать материалы, создать запасные детали. Запасные детали для чего? Для машины? Я вроде как и так это делаю. Распиливать каждый раз по каждую детальку. Я не знаю просто пока что, насколько это критично. Транспорт, с которого я спылесосил абсолютно все. Пойдемте еще ту машину отберу. Хрен с ней. Раз мы уже здесь, ну не хочется сюда. А, вон, я же сюда заходил и не смог тут ничего забрать, потому что... А могу ли я тут что-то забрать? А, ну телефон могу забрать. Я опять эту штуку уже больше, чем наполовину израсходовал. Но, с другой стороны, теперь я могу сделать новую. Не возвращаясь хрен знает куда и не собирая хрен знает что. Нет, смотрите, из этого все-таки получается пластмасса. Спасибо за подсказку. То есть игра до сих пор считает, что я настолько туплю, что я не могу найти это радиостан... Да, я просто я не могу найти, потому что я ее просто до сих пор не искал. Почтовый ящик чекнуть не могу. Так, складываем. Где у меня стак пластика? А, вот стак пластика на 20. У меня получается сейчас 30. 30 это вообще-то хорошо. Хилиться пока что не буду. Делать пока что ничего не буду. Так, я могу... Моя цель здесь. Три вышки, которые я проезжаю. Потом вот этот вот небольшой домик. Все, поехали. Главное не попадаться вот этим вот гадам летучим, потому что от них потом сбегать неприятно. Я не знаю, что они делают, но явно ничего хорошего. Я не хочу опять по кустам лазить, я не хочу опять машину калечить. Пошел, пошел, пошел. Пока он там! Фух, блин. Теперь, по крайней мере, эта штука не будет меня только фигачить. Кстати, вот эти вот... А, не, я хотел сказать, что лучи явления прошли. Но нет, ни хрена они не прошли. С одной стороны, вроде как нам бы и серию нам нужно будет уже заканчивать потихонечку. С другой стороны, не хочется вот так вот останавливаться и... Смотри, сколько здесь тачек. Эта штука здесь летает или нет? Вроде нет. Давайте спиливаем. Можно доконать этот утилизатор. Заодно пока разбираемся с этими машинами. Не приближайся ко мне. Некомфортно себя чувствую, когда тут летаешь. Вот я все забираю. И вот это я тоже спилю. Мне бы чем-то тогда стрелять бы по ним. Было бы прям неплохо. Все, утилизатор сломался. Сейчас тут в багажнике у нас ничего не наблюдается. Ничего.
Давайте мы создадим новый. Спасибо. И все, что нам не нужно, поскидываем. Утилизатор закинем сюда. О-о-о, а тут еще одна машина. Они с таким звуком противным летают. Очень некомфортно пилить в такой ситуации. Ёпарасоте. Нафиг. Все, поехали отсюда. Немножечко попилили, и нормально. А здесь я был? Да, был, вот я как раз его открывал. Просто похоже, ну, я помню, что я был в таком месте, но я думал, что может быть просто вагончик похожий, а не модульные конструкции, и думаю, хрен его. Очень подозрительная тапочка тут посередине стоит. Там вот эти двое летают возле заправки. Так, ну мне дальше. Тут аномалия. Кстати, на заправку-то я не заходил вроде как. Давайте я вот тут вот подальше припаркуюсь. Пластмасса. Это все хорошо, конечно. Комод. Комодский дракон. Интересно, вон та фигня, видите? Там машины прям повыворачивало. Это что? Это зачем? Мне бы ездить еще топливо собирать, если вот в идеале, да? Но я этого не делаю. Нет, это не те машины, которые можно облутать. Ну, то есть тут, конечно, каркасы, остовы, все дела, но... А они меня увидят, если я буду в доме? Потому что мне туда очень надо. Твою за ногу! Как же я обосрался-то сейчас. Я не пойму, что с этими творениями зоны, они видят или нет. К тому же, можно, я так понимаю, чтобы безлимитно заправить тачку. Все, меня здесь нет, иди отсюда. Как же они гудят по ушам просто. Батарейки-то в поствыживальческом должны быть вообще трындец какая ценная штука. Пошел нафиг!
Они как-то видят не только по сканеру, но и просто. Ух ты ж, ё. Топливо еще есть, нормально. У меня такой показатель топлива огромный. Я понимаю, что это игровая условность, но все же. Радиостанция — это то, что на холме, я так понимаю, да? Сейчас съезжаем на грунтовку и чешем наверх. Еще неизвестно, сколько тут этих утырков. Мне нужно какое-то оружие. Я себя очень неуютно чувствую без оружия с этими ребятами. But it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the ARC device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the ARC device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. То есть, а сколько мне надо этих anchors, якорей? Все три? Или мне хватит одного? Я там нифига не полутался, конечно. А, так, задание. Собрать детали и создать запасные... Собрать материал, создать запасные детали. Почему оно не считается завершенным? Я вроде сделал все, что мог, может быть... Вы мне расскажете. Да, он мне показывает, что до сих пор... Подожди. Фара не... Давайте я починюсь. Стойте. Радиопередатчик. Тест. Hey, Oppie, like, look, I keep thinking, the way you're helping our friend here right now seems positively helpful. I seems like me, you're looking to turn a new leaf or something? The only thing I want to look at is a 12-year-old whiskey. And the back of this breacher's head when I send them packing. But isn't it worth taking a detour to run just a tiny little test? Can't think of a worse way to spend my time. Please. I've seen you manipulate waveforms with your right hand and knock back a double with your left. Or am I to understand you've lost your touch? What I'm understanding is that you won't shut the hell up until I test this remnant. Yep. Fine, stop crowding my frequency. What? Wait, really? Oppie, darling, you never give in this easily. What's going on? Francis? Yes? How have you not thrown him to the bunnies by now? 80 years old and only getting sharper by the day. You're a legend, a role model. I'm giving you 10 seconds to get out of my
Okay, we're signing off. Hey, driver, good luck out there. And watch out for the bunnies. They are a doozy. Mm-hmm. Все очень быстро заканчивается. Кстати, химикатов очень мало выходит. Справа от меня, слышу, это говно летает. Давайте я сначала за тем энкером, который сзади, съезжу. Потому что остальные оба спереди. Я его без машины не смогу найти. Просто радар-то у меня только в машине. Он должен быть где-то здесь. Что там происходило? Что за... Я забыл, что эту дверь можно открывать. Любую дверь можно открывать! А, то есть мне их все равно все три надо собрать, я тебя понял. Они не взрывались в последнее время. Да. Так, у меня... Оно меня побило, блин. У меня хпшки на самом деле все меньше и меньше. Может, мне стоит подлечиться. Насчет топлива, я так понимаю, что... Да-да-да, спасибо. Дома я смогу зарядиться топливом по полной. То есть это топливо годится... Ну, рассчитывается только на то время, пока я здесь. Я мог бы сейчас высосать топливо там. Здрасте. Еще одна аномалия. По идее, где-то внизу должно быть. И оно здоровое. То есть я не упущу. С топливом. А, вот, кстати, еще один. Здрасте. Но погодите, это дальний, это не, или это тот большой? Как страшно все. Нет, это как раз тот большой. The arc device is charged and ready. А, charged. To open a gateway back to the garage, but it will immediately collapse the stability around you. So only activate when you're absolutely ready to leave. You do not want to get caught in the storm that follows.
как мне... Я могу еще и третьим зарядиться. А что это такое? А. Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Охрененно. А то, что я машину как-то при этом расфигачу, как-то не доеду куда-то. Блин, я огромный кусок карты недоразведал, хотя стоило бы это сделать. О, бочка. О, тачка. Зеленая тачка, подождите, я в первый раз такое вижу. Ладно, в следующий раз надо быть осторожнее. Ну, в смысле того, что надо расследовать больше, исследовать больше того, что здесь происходит. Это выглядит прям классно. Неуютно? Да, мне здесь неуютно. Но, блин, как же здесь классно. Oh, well, well. You're alive. We're certain if the zone didn't get you, that gateway would. Mm. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. Она меня полностью вылечит. We clear? По крайней мере, посмотрим, как аптечка работает. У меня было 37% здоровья. Да, но на 50 вылечивает. Выбери двери. А, выбить двери подсобки. Собрать антенну на фабрикаторе. Создать. Крышу ее куда-то. Как я туда попаду? А, через здесь, я понял. Хренаси. Just like that. Обслуживание автомобиля. Установить ручник. Найдите ручник в камере хранения, в подсобке. Интересно, у меня фол дэмэдж есть или нет? Ладно. У меня там есть ломик, который я хочу доломать. Сейчас, подождите секунду. Хорошо. Но он мне мешал, и мне нужно было. Все.
Все, отлично, я могу теперь со всех сторон тут бегать. Ручник. О, бампер. Блин, тут куча всего. А ты кто такой? Ручной пылесос. Консервы. Так, машину-то починить надо будет. Нет, места, которые еле-еле поцарапаны, я чинить не буду. Так. Ремонтная паста. Все из багажника. А как мне все из багажника перенести? Значит, закрыть. Т. Перенести материалы. А, вот так. Удобно. Спасибо большое. Можно очень удобно челночить таким образом. Но оно все складывается относительно... Надо будет разложить потом по категориям, но в принципе все понятно. Ручник в двигательном отсеке. Только что это сделал, спасибо. У нас магическая свалка, круто. And we're patched. Everything's in working shape, more or less. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look after you're done peeping through my garage. А куда мне сундук для припасов? Подожди, но сундук — это нужная штука, я не хочу его. Он у меня просто здесь лежать будет? Ну-ка, отца. Важное, починить не надо. Найти дорогу в город. Подожди, подожди, подожди. Панели двери и бампера 11 из 12. Ну да, потому что я не могу чертов багажник нигде найти и установить. Отремонтировать автомобиль, дополнительный список водителя. Поправить здоровье на станции первого. Точно! Зачем я аптечку-то использовал? Ой, дурак. Автомобильный ремонт, заполнить бак. Бак на 92%? В смысле? Я ее не заглушил, потому что, да? Весь. Спасибо. Так, утилизатор. Один из одного, ремонтная паста 0, канистра одна есть, зарядки, сигнальный огонь. Панели, двери, бамперы установлены. 11 из... Так, а... Ну, блин. Кустарный бампер. Я даже фару установил новенькую. Старная панель сгнившая. Бампер. Я не могу ничего с багажником сделать. Ладно, ребятушки, давайте тогда таким образом будем пока что назначить способности автомобиля на экране слева, а там способность точно найти дорогу в город. Будем на этом заканчивать. Серия уже перезатянулась, но мне было интересно там исследовать, и то я еще не доисследовал. Посмотрим, как мы будем делать. Возможно, один выезд у нас будет проходить на две серии, если они будут очень большие и интересные, или что-то такое. Мне бы хотелось больше того, что здесь есть. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.